Всех привет и приятного просмотра, продолжаем проходить Assassin's Creed истоки. Ну что, проклятие фараона, 1472 метра. Нам сюда, да, надо, да? Куда нам еще? Больше нам никуда. Надо выйти сначала из этого мира, прежде чем что-нибудь делать. Замечательно, отсюда еще выбраться надо. Как-то, блядь. А я уже дороги-то не помню. Змеи это я помню. Опять что ли какая-то драка с боссом? Окей, у нас, видите, новый щит той серии, мы подобрали его, взяли и все остальное. Так, куда нам надо-то, а? А вот она появилась. Понятно, нам сюда надо. Что там, Байк, долго ты так загружаешься? Долго бежишь? Пешком, пешком, трамвай, нафиг мне так сдался. Все, погнали. Ты как стоишь, блин? Что с тобой случилось? Нет, это меч не подойдет. Вот что подойдет. Погнали. Тут недалеко бежать на самом деле. Сейчас сделаем свое дело. Не говори, что это еще через реку. Во! Швея. Прям по пути, это замечательно. Куда ты там закрутился? Подожди, надо купить сначала. Потом этот чувака искать. Все, спасибо. Сейчас начнем. Реликвия погубит Исидору. Неужели она верит, что это и есть воля богов? А, вот. Здесь, да? А что за демоны? Что за демоны-то, я не понимаю, а? Но улетели в далекие края, называется. Так, окей, погнали. Мы только на сокровищницу собрали, да. Значит, их не слишком много. Нифига себе тут прорыв, блин. Как мне пробраться туда внутрь? Понятно, все. Не, это дело не пойдет в данный момент. Ай, блядь. Как обломился-то я, а? А его убить могу я? Он со мной стоит здесь, правда. Да, спокойно. Ей насрать, да?
Все-таки думаю. Окей, погнали. Тихо. Байк, полировку можно ходить, да, по-любому? Да. Только толк-то меня такой ничего не дает. За трупака увидит. Верховная жрица призвала на защиту армию Анубиса. Пизда тебя. Дура. Тревога, блядь. Какая нахуй тревога? Конец тебе, блядь. А это еще не она? Ёб твою мать, а это такой? Это еще не одна. А, реликвия. Она туманит мой разум. Нужно найти ее. Только начало, да? Тихо. Дураки, что ли? Эй! Ну иди сюда, камни, ну иди сюда. Никого. Но надо следить. Ага. Сунуться, прикончил. Ты что? А его убьем так. Все, готов, урод ты. Так, что у нас здесь? Ну, пришел я сюда, и что дальше? Прогресс расследования? Тут ничего такого нету интересного. Это, конечно, битва, да? Не знаю, что толкнуло ее на это. Но причина наверняка здесь. И что мне делать, да? Да им насрать вообще просто. А, вижу. Ну, как всегда, не... необычная. Какая-то плита отдельная нету и нифига. Что ж, будем надеяться. Здесь она и хранит свои тайны. Да, тут что-то вообще никого нет. Окей, ищем. А, ну да, конечно. А почему? А, я не на то нажал. Простите. Когда Эхнатон умер, его сын Тутанхамон приказал восстановить храм Ра. Он отдал сферу жрецам. Окей, тут у нас что? Реликвия была у нее. А что за... фигня какая-то. Что-то такое, растение. Ритуал Маат, проведенный не Токрис. Вот еще что-то. Скрытая гробница в долине царей. Ее так и не нашли. А тут что-то слишком странно, а? Ну и чё? Байк. Бросит говно.
Путь к справедливости и правде будет обогрен кровью невинных. Мать осудила бы ее. Ей. И вот это мы узнали, да? Она хочет завершить дело матери. Провести ритуал призыва Маат в гробнице всеми забытого фараона. Ох, ё-моё. Понятно все. Теперь нам надо бежать к гробнице. А вот сейчас закроешься, убираю я по пути, да? Так, а у нас что-то можно создать, а? Не способности, а снаряжение. Сумка да инструмент. Не, это нам не подойдет нифига. Ёб, здоровье побольше бы. Место вообще хорошо охраняется. Здорово, давайте посмотрим по карте, куда нам надо идти. Неужели не говорите вот сюда? Нет. Опять сюда, что ли? Это, я так понял, еще не конец вообще. Это мы еще гробницу должны еще одну, да, рассекретить. Это мы оттуда вышли туда, да, оттуда сюда. А что, очуменно просто. Вот это распад событий огромен просто. Так, 100 метров нам куда? Не сюда, это по-любому. Или сюда? Не-не-не, вот туда нам показывают. Это сюда, что ли? Что-то я не помню, что за лагерь скринёрных? Это вышли в лагерь скринёрных? Блять, байк. Я не туда бегу. Нет, сюда, все верно. Я знаю, каково терять любимых. Но как? Это не повод губить свою душу. А тут что написано? Понятно. Бля, начинается здесь. Страксон будет. Да, она здесь. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Преследуешь меня как зверя? Баек. Отдай сферу. Я не хочу смертей. Мать сказала, что это наш долг. Вернуть Маат силу, а Амону законный трон. Это цель моей жизни. За это погибла моя мать у меня на глазах. Мне хватит сил исполнить волю Бога. Это не сила. Это безумие. Он отдал свою жизнь. Для него все кончено. Опа, она вот такой поворот событий. Сейчас с ней будем сражаться, да? Или он ее тыкнет, и она превратится в супердемона, да? Дьявола. Ну вот такие варианты. Просто вот это дополнение никак не слишком понятно. Я понимаю, что тут битва идет то, что от этого артефакта все идет. В этом смысле. Это, если не ошибаюсь, это может яблоко от демо быть. Которого бывших ассасинов все было. Довольно, Исидора. О, чувствую жопу. Предала Амона. Наш народ
свой долг. Но я не предам свой. Блин, опять с тобой что сражаться? Это такое вообще? ОМОН? Опять как сражаться с кем? Бля, вот это мне не нравится, нихуя. Вот сучка. Серьёзно, пидор. Ладно, окей, нормально, нормально. Это кидунки, это уловки, сука, будут. Блять, байк, живи, живи. Блять, камера. Блять, камера, камера. Уходим, уходим, байк, ну нет. Попался, папа. Бля, ну так нечестно. Она жизнь осталась, еще такой удар и все, пизда. Нет, нет, все. Фу, живы. Блять, ей-ей. Байк, уходи, уходи. Есть, победили, победили, победили. Охуенно. С первого раза, замечательно просто. Это еще не конец, да? Я так понимаю. Еще много-много-много битв. Это она сама туда превратилась, Ибдова. Его отец, Эхнатон, отдал ему сферу. О, мы сняли проклятие. Тутанхамон хотел восстановить мир и передал ее жрецам Амона. Но ведомая местью Исидора извратила ритуал. Она предала своих богов. Это меч, как меч. Даун. А где тут сокровище известно? А вот оно есть, да? Ну, байк. Мне это надо было обязательно стать. На той стороне то же самое? Да, на той стороне то же самое. Только оно внизу почему-то стоит. Это не, это не оно то же самое.
А карта есть здесь? Да, тут карта есть и задание есть. Пора событий. Неожиданный. Это куда-то нас отвезти должен? Ну, проклятие снято, а что дальше-то делать? Куда ты мне указываешь путь? Заставляешь меня ходить. Но без этого никак, да? Сдохни, парень! Ой, бля. Я думал, с вами уже все покончено уже. Ну давай, бля. Фига себе ты даешь. Ну ладно, фиг с тобой, бля. По всей карте хочешь меня, что ли? Что за краб? Вот правда, на наркотиках какие-то сидят, блядь. Байк, ты чё, курил-то, ёпта, мать? За какой фигней сранимаемся? Куда нам приведет? Выходу что ли? Так, раз сохранил замечательные глаза. Ромушки. Делать нечего. А, да, он меня к выходу ведет. Причиняешь ли ты страдания? Короче, понятно боль, все. Причинял боль. 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 Страдания. Боль. Мысли. Он меня просто тупо вытащил. И все, больше тут ничего такого нету. Всех естественно.
выбрал тебя. Я не понимаю. Это было мое право. Моя месть. Зачем он ответил? Зачем дал силу, чтобы закончить ее дело? Если я не смогла. Амон дал тебе не силу. Он дал тебе выбор. Это перо Маат. Нет! Мое сердце слишком тяжело. Ты веришь, что Амон поможет мне? Совершить ошибку легко, но и Амону легко проявить милость. Его гнев скоро утихнет, и он будет милосердным. Незримый укажет тебе путь. Владыка Дуата ждет. Отпусти! Опа, это откуда тут нашелся? Отпусти! Думаю, я могу идти сам. Точно? Раньше я думал, что остался один. А теперь я потомок Рамзеса Великого. И моя семья больше, чем я мог представить. Нифига поворот такой ворушный, да? Спасибо. Что ты сделаешь с той штукой? Видит Ра, мне она не нужна. Тем более забери ее. Тебе известно, на что она способна. Похорони ее и память о ней. Ладно. Но не здесь. В этой долине не осталось секретов. Это будет последний, брат. Помоги, Маат, и уходи. Если хочешь, я никому не расскажу о тебе, поверь. Эй, Байк! Мы встретимся вновь в полях Иалу. Я прослежу. Все хорошо. Мы и сами справимся. Закроем все здесь. Только отдохну. Очуметь просто. Все, 30 тысяч опыта. И новый уровень, 55. И оно очков нам дает. Так, способность. Это что вообще у нас? А, адреналин. Прикольно, конечно, прокачать. Только это будет стоить 3. Это будет стоить 3. Еще 6 уровней надо прокачать, чтобы это было. Прикольно, на самом деле, мне это радует. Это 2 надо. Сколько там появилось, ё-моё. И все круче нашего. Так, мечи. Ну это понятно. Нифига себе, что золотой волк. Когда она обычный. И теряет при убийстве.
Прикольно сделан. Вот такой же золотой волк. Нифига себе, это толк-то от этого. Из МиГ-2. Щиты. Это все понятно. Здесь ничего круче нашего нет в данный момент. Это я знаю об этом, что надо можно прокачать, но я не хочу. МиГ-2. МиГ-4. Так, способность, пускай так и остается способностью. Все, что у нас дальше ждет-то? Задания основные, все. Мы все освободили, мы все сделали, да, мы все это дополнение мы прошли. Есть дополнение заданий, которые тоже можно тоже повыполнять. Ну, в этой серии Diamond я не буду этим заниматься, а вот там посмотрим, как будет надо настроение. Надо действовать аккуратно. Прям здесь остановимся, прям на них посмотрели нормально. Все территории раскрывать, я не знаю, думаю, да, может быть, нет. Это тут чуть позже, хотя бы отдохнуть чуть от этого ассасина. Можно сказать так. А так, может, новый начну. Этот, который я хотел начать, это черный флаг. Давно хотел черный флаг начать. Только, скорее всего, это будет у меня на компьютере. И с Го я бы хотел бы играть, и Синдикаты, и Единство. Я только Черный флаг последний играл, ничем не до конца, то же самое, мы его пройдем. Ну а всем до свидания, всем пока, увидимся в следующей серии, для других покажем, всем пока. Блин, я еще записываю, оказывается, ну ладно, всем удачи.